28 января Мордовский университет распахнул свои двери для гостей из Андижанского государственного университета. В составе делегации ректор вуза, проректор по научной работе и инновациям и заведующий отделом международных связей. Цель визита делегации связана с прошедшим в Ташкенте в 2018 году форумом ректоров России и Узбекистана. Во время этого форума Андижанский университет подписал договор о взаимном сотрудничестве с Мордовским университетом. Сразу же была составлена дорожная карта, мероприятия из которой реализуются в настоящее время. Гостям провели подробнейшую экскурсию по аудиториям первого корпуса Мордовского университета, познакомились со студентами. Далее познакомились с волонтерским центром чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России и с Бахтинским центром, где рассказали о жизни ученого. В лабораториях Института физики и химии делегации показали новейшие разработки наших ученых. Так уже и изготавливаются непосредственно активные элементы для твердотельных лазеров. Также представители Андижанского университета посетили экономический факультет, Институт национальной культуры, медицинский институт, факультет биотехнологии и биологии, филологический факультет, географический факультет. Прежде всего, нас поразила научно-техническая база Мордовского государственного университета. Огромнейший научный потенциал, прекрасные лаборатории, очень хорошо оснащены современным оборудованием. И есть очень прекрасные достижения в каждой области. Без внимания гостей не остался и технопарк Мордовия. Здесь они посетили научно-исследовательскую лабораторию МГУ имени Огарева «Синтез и обработка монокристаллов карбида кремния». Узнали, чему преподаватели Мордовского университета обучают школьников республики в детском технопарке «Кванториум». Есть лабораторные крысы и улитки-охотины. А после посмотрели город и побывали на объектах чемпионата мира по футболу 2018. Люди прекрасные. Вообще, сейчас конец января, зима на строгом режиме, но мы чувствовали только теплоту, очень хорошую, душевную теплоту профессорского преподавательского состава и руководящего состава Мордовского университета. Я думаю, очень будет нам приятно работать с такими душевными людьми. Итогом двухдневного визита делегации Андижанского государственного университета стало подписание соглашения о совместных образовательных программах по филологии, биологии, менеджменту и туризму, а также развитие академической мобильности. Их реализация начнется уже с 1 сентября 2019 года.